эта война началась не 24 февраля и не 8 лет назад, она еще раньше началась. И сколько, какой бы вопрос ни пытались наши решить с ними, они всегда предавали и обманывали. Вы против референдума, да? Да ради бога. О каком референдуме разговор? Вот так стреляли, вот так с нас издевались, били, и с ними договариваться. Такое неприемлемо. Я считаю, что это наказуемо. И я считаю, что наши люди, те, у кого голова еще, как говорится, соображает хоть немножко, я думаю, что они не примут участие в этом референдуме. Я считаю, что это полнейший бред, и это ненормально. Вот, и я лично против. Я хочу, чтобы погнали этих орков оттуда, и у нас было все замечательно в стране.